Митрополит Одесский Измаильский Агафангел по приглашению митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона посетил Свято-Успенскую Святогорскую Лавру и принял участие в торжествах по случаю 25-летия возрождения монашеской жизни в этой старинной обители. В дар Лавре митрополит Агафангел привез икону Божьей Матери Скоропослушницы, написанную насельниками Свято-Иверского Одесского мужского монастыря, а затем освященную на оригинале чудотворной иконы Пречистой, которая хранится уже много веков на Афоне в монастыре Дахиар. 23 сентября праздничные торжества в Свято-Успенской Святогорской Лавре, приуроченные 25-летию возрождения монашеской жизни обители, начались со встречи иконы Пресвятой Богородицы Скоропослушница. На Донбасскую землю ее доставил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел. На железнодорожном вокзале города Святогорска владыку и привезенную им икону Божией Матери Скоропослушница лично встречали священный архимандрит Свято-Успенской Святогорской Лавры митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион и наместник Святогорской обители митрополит Святогорский Арсений. Дорогой владыка, приветствую вас с приездом на землю Святогор. Спасибо за это утешение в лице Божией Матери. По прибытию в Святогорскую обитель, в ее святых вратах, под колокольный звон, с хоругвями и в полном облачении, святыню встречала святогорская братья и многочисленные паломники. Крестным ходом с молитвенными песнопениями икону Божией Матери Скоропослушница принесли в Успенский собор. Святой образ поставили в центре храма для поклонения верующих. И каждый желающий мог приложиться ко святыне и вознести свои молитвы к Пресвятой Владычице Богородице. Привезенная в Святогорье святыня, дар митрополита Одесского и Измаильского Агафангела Святогорской обители в честь юбилея ее возрождения. На тыльной стороне святого образа имеется дарственная надпись, которая гласит: «Сия святая икона Пресвятой Госпожи и Владычицы нашей Богородицы Скоропослушница, написанная в Свято-Иверском Одесском мужском монастыре и освященная на Святой горе Афон, в священной обители Дахиар, перед чудотворным первообразом, благословение и дар любви Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, и первосвященнейшего Диодора, епископа Южнинского, Свято-Успенской Святогорской Лавре в знаменование 25-летия возрождения монашеской жизни обители. Радуйся, Всеблагая Скоропослушница, прошение наше во благо скоро исполняющее».